Амира глубоко ранили слова Зихры о том, что все кончено. Зихра, проводящая неспокойные дни в доме отца, не отвечает на звонки и сообщения Амира. Отныне Амир начал спать на работе, все дела идут на откос. Новость, пришедшая из деревни, потрясает всех обитателей особняка. Акеш умер. Амир начал подготовку к похоронам и думает над тем, как объяснить семье отсутствие Зихры. Однако его кое-кто поддержит, и Амир расслабится. Посмотреть очередную 193-ю серию вы сможете 17 октября.